Доброе утро, сейчас 4:40 утра. Ну, я по просьбе некоторых зрителей покажу, чем я живу сейчас, как начинается мое утро и, может, даже частями, как проходит мой день. Вот сейчас время 4:43. Только вот проснулся. Отправляюсь на утренние процедуры. Потом кратко расскажу о моем жилище. Все, так, выходим. И тихо направляемся. Так вот, все, пришли. Вот в этой общажке общий туалет, общий санузел. Все тут, я ухожу. Через свет. Вот тут люди принимают душ. Ну, я принимаю душ на работе, поэтому мне тут вряд ли доведется хоть раз побывать. Выхожу, все. Вот, это общая кухня наша общажная. Вот мои шкафчики. Вот можете обратить внимание, форточка открыта, потому что в Украине еще наступила весна после осени сразу и не прекращается. Вот газовые плиты две. Вот умывальник. Все, теперь я иду в комнату, у меня предстоит утренняя зарядка небольшая и молитва по скайпу. Вот написано «пральня», то есть где люди пральня по-украински, это где проходит стирка. Но тут у нас явно что неправильно. Календарь. О, надо же, из Библии. Паралипоменон. Если мой народ, который именем моим зовется, смирится, если помолится, услышу. Все, уходим отсюда. Заходим ко мне. Вот, с недавних пор я здесь проживаю. Для меня это совсем уж шикарные условия, таких у меня никогда не было. То есть тут как будто бы наоборот. Общажное жилье, а жилище досталось такое вот с ремонтом. Можно обратить внимание, какие обои тут. Потолок, все, двери тут. Я маленько уже обжился, расставил тут атрибуты свои христианские, без которых не обойтись. Вот тут небольшая моя библиотека основная, мне больше ничего не надо. Собственно, зеркало. Все. Вот холодильник. Что, холодильники тут? Вот тут пост идет, поэтому ничего такого нет. Тут рыба, тут соленье, варенье, капуста. Там внизу он суп стоит. Но больше ничего нет. У морозилки там вареники, рыба. Все. Тут я практически не бываю.
Потому что еду готовлю, может, или на кухне, в мультиварке. Плитка эта электрическая, она мне не подходит, она работает очень слабо. Еще здесь у меня мед. Такие тут продукты какие есть. Соль, чеснок, там, рис, всякие каши. Даже вон есть сахар, который я уже... Этот килограмм сахара уже больше, может, года никак не съем, потому что я сахар почти не употребляю. Тут у меня какие-то посуда. Ничего такого нету. Много чего не хватает еще. Так, мое ложе смиренное, мой одр. Вы не подумайте, что тут так еще чистенько. Тут я еще не обжился. Обычно, где я начинаю жить, там быстро наступает беспорядок. Так, тут шкафчик, мои вещи. Тут темно, не видно. Что тут у меня, посмотрим. Тут мое зимнее висит, куртка, пальто. Летнее. Тут ничего нету. Тут вещи какие-то лежат. Дальше. Вот моя жена. Тихая. Пока не тронешь. Тут что? Тут мой ноутбук. Мое основное время, где я провожу. Какие-то дневники мои. Вот мой дневник, который я сейчас пишу. Какой-то по счету мой дневник, я уже не скажу точно. Вот можно посмотреть. Прикину, кстати, освещение слабое. Но я так прикину, покажу. Сколько я написал уже дневников, своих мемуаров. Например, тут вот покупал я в Барнауле. Так, 10.01.17 год. Это все можно открыть. Практически все мое проживание в России тут можно проследить. Это, видимо, это где еще какое-то. Тут уже 17-й год. Тоже тут все есть. 5, 18, 17. Это, наверное, вообще самый первый дневник. Еще такой пробный. Тут я писал еще печатными буквами. Даже год не указан. Число месяц только. Здесь тоже. Ну так-то. Ну все. Время уже много. Сейчас будет утренняя молитва по скайпу. Надо включаться. Так. Ну, потом покажу я с улицы, где я живу. Тут у меня микрофон, наушники. Сейчас буду подключаться. И начинать скоро. Ну, все, пока.